Рекордное количество наград привезли воспитанники Центра дополнительного образования Мирного с международного фестиваля конкурса «Московские каникулы». В соревнованиях участвовали около 100 команд из разных регионов страны. С победителями престижного фестиваля встретилась Иванна Филиппова. Международный фестиваль-конкурс «Московские каникулы» собрал около 100 коллективов страны. В финал вошли 17 представителей. Среди них оказались и мирнинцы. Коллекции «Баянай» и «Мерцающие звездочки в ночи» студии «Тиара» произвели настоящий фурор. Костюмы «Баянай» они якутские, в современном стиле. Использованы якутские орнаменты, натуральный мех, кожа, замша. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» лучшими признаны работы юных мастериц и художников Центра образования. Звание лауреата первой степени принесла работа «Алмазная россыпь». Были представлены креативное творчество, значит, вид города Мирный с юбилейными мероприятиями акционерной компании «Алроса». Успешное выступление на международном конкурсе обязывает, говорят педагоги Центра дополнительного образования. Впереди участие на различных конкурсах. А пока юные дарования работают над новыми произведениями. Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».